Объем перечисленных медицинских организаций средств за оказанные в 2024 году услуги составил свыше 37 миллионов рублей, которые были направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей. Родовой сертификат – это документ, дающий право беременной женщине выбрать медорганизацию для родов, а также наблюдение во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении в женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Его также может оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка. Напомним, что раньше женщине нужно было самостоятельно предоставлять бланк сертификата. Теперь этого не требуется, так как все необходимые сведения социальный фонд получает автоматически. Среди них данные о постановке на учет в ЖК, о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни. Переход на новую форму сертификата значительно упростил для медработников процедуру заполнения документа, а для женщин отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк.